オラミゴース、皆さんこんにちは、エリコです。今ですね、私はロシアのカルムイキ共和国というところに来ています。明日がロシアの独立記念日なんですけども、今日はですね、今滞在しているお家で親戚とかいとこが集まってパーティーをするということで、私はですね、今から唐揚げを皆さんに食べてもらおうと思って準備をしてます。今ちょうど準備してます。鶏肉丸ごと10個です。これで唐揚げできるかな。結局あいたくんにやってもらっているという始末です。一応これでいいかなと思ったんですけど、今日20人ぐらい来るそうで全然足りないということですね。もう1匹さばいてます。Завтра будет день России. Да. Праздник. Ага. А мы сегодня еще отметим, да? Да, мы сегодня будем. Да. А завтра будем гулять. А да? В центре, да. Все родственники, соседи, друзья хотят Эрика увидеть тебя. А да? Да. なんとかできそうですね。これで今混ぜてちょっとあれします。ダバイパプロブジチュッチョッ。И как? Как водка, да? Нет. Нет? Совсем другой? Совсем мягкий. А, да? А, да. Декимашта, коре. Папа му кимашта. Папа пришел. Давай. Просто видишь, они тоже, если надо снимать. А мы уже все грязные побиты. Дайбу джунби декимашта, не. カニ玉です。今いろんな女性が手伝いに来ました。彼女はね、日本人みたいな顔なんですよ、本当に。私の唐揚げはどうなるんでしょう。うまくできてると思いますよ。パプロベ。物がパルシャ。わあ。おい、面倒。面倒。面倒。面倒。おい、面倒。あれ、じゃ。エルメンで。ゲームショットコが。よくビタン。よくが。デーズボルマルシャッハ。なざろう。のみんな唐揚げをすごい気に入ってくれたみたいですね。だ、コースな。バムヌラビツァ。ああ、みんな唐揚げ大人気、超嬉しい。肉もできました。これ最初に何ですか、神様に食べさせてから自分たちが食べます。シャシリキができました。おお、美味しそう。Дело в том, что когда депортация была, геноцид вот этот, когда калмыков выселяли в Сибирь, ага. Вот родители всех выслали. Ага. Там у нее было 6 детей. А-а-а. Вот это все в Сибири, в Тюменской области. А-а-а. Голодные мы были, холодные, без одежды, без ничего. С этими автоматами пришли в дом. На товарняках, товарные такие вагоны, ага. И увозили в Сибирь. По дороге очень многие умерли от холода, от голода, да. Замерзли. В Тюменской области мы были, потом нас вызвали родственники в Сахалин. Угу. Я лично родилась на острове Сахалин. А, да? О, да. И нашу семью туда вот заселили в японский домик такой был. О!
С той стороны жили военные, муж с женой и детьми, и здесь мы жили колдунки. Ну, Охотское море, когда мы были маленькими, мы заходили вот так по колено в воду, в море, и вот так вот подолом вот так вот ловили рыбок, маленьких рыбок, и играли с ними. А уже потом, в 57-м году, мы переехали в Элисту сюда. Это здесь тяжело. Земля. Один раз я с ней, один раз занимался с ней. Оставляю тебе в Калмыкии. Учил один раз ее, она уже схватила. А черный чай не пьешь? Убери. Молоко не пьешь уже, да?皆さんお帰りです。やばい、難しい場所です。